Это Маша и Миша. Они любят друг друга и планируют свадьбу, которая пройдет по всем православным традициям. Казалось бы, свадьба, она и в Африке свадьба. Но у православной свадьбы есть свои особые правила и традиции. Подготовка к свадьбе. Первый этап их свадьбы – сватовство, или же переговоры семей со стороны жениха и невесты. В этот же день могут быть смотрины. Миша по приезду в дом Маши подарит всем женщинам цветы. Сваты привезут с собой подарки. Все сядут за стол и дружно обсудят предстоящую свадьбу молодых. Следующий этап – юридическое закрепление нового семейного союза или знаменитая регистрация брака. Для Маши и Миши церемония пройдет в ЗАГСе. Заключительный этап – венчание. Это сердце православной свадебной церемонии. Русская православная церковь может обвенчать только тех, кто зарегистрировал брак в ЗАГСе. Венчание – это не обязанность, а осознанный выбор двух людей. Это таинство несет благодать, так как при венчании даются силы, необходимые для создания семьи. Традиционные свадебные костюмы. В чем же невеста и жених будут на свадьбе? В христианстве невесте до сих пор принято надевать платье в пол и преимущественно белого цвета. Считается, что белый – цвет невинности. Поэтому Маша выберет эффектное белое платье макси-длины с пышной юбкой и корсетным верхом. А Миша – классический европейский костюм. Свадебная церемония. Свадебный банкет Маши и Миши пройдет в ресторане. По древнему христианскому обычаю гостей и молодоженов перед началом банкета на пороге встречают родители мужа с приготовленным караваем. Муж и жена по очереди откусывают по куску. Чей кусок больше, тому и быть главой семьи. После этого гостей ждет щедрое застолье и развлекательная программа, которую проведет ведущий Тамада. Семья в христианстве – это малая церковь. Совет да любовь нашим молодоженам!